Привет всем! Как и обещала, записываю видеоурок, как связать резиночку для волос. Взяла три резиночки, вот банковские. До этого я вязала резиночку племяшке, но она туговатая получилась с четырех. Так-то она растянется, но три будет все равно лучше. Сразу хвостик убираем. Ниточки потолще взяла, чтобы быстрее получилось вязание у нас. Вяжем до тех пор, пока не скроется резиночка. Чем больше столбиков без накида войдет, тем лучше, тем пышнее будет резиночка, объемнее. У нас сейчас раннее утро, собачки просыпаются, он лает. Сейчас уже начинает светать рано у нас, а то 8-9 часов темно было. Сейчас все раньше и раньше светает. Раньше и раньше день начинается. Птичек не слышно. Так, пух у меня везде. Работаю с пухом, с шерстью. Тереблю, приду. Вот так подтягиваем. Рыхлая получается. Так. Столбичка сделаю и соединю соединительным столбиком. Так. Может, кто не знает, как делается столбик соединительный с начинающих молодых вязальщик. Вот так вот делаем 3 столбика, 2 подъема, и начинаем вязать столбики с накидом. К
каждую петельку, если получится. Такая махровая резиночка получится у нас, буклированных ниточек. Можно, кто как захочет, сделать не с одним столбиком с накидом, а два столбика с двумя, ну как вот, с двумя накидами, вот так она повыше получится, резиночка, но мне этого достаточно. Сам процесс главное, простой, приемлемый. Покажу резиночку с одним воланчиком. До этого я вязала с двумя, кто как захочет. Сам процесс вот одного волана, а потом можно второй подвязать. Еще пышнее будет. Вот так вот получится. Один волан, это второй. И вот такой получится. Но с этих не так сильно объемно будет. Они толстенькие.
чем больше столбиком, тем пышнее получается резиночка. Так. Так, проверим. Хорошо растягивается, хорошо. Воткну. Так, вот. Тоже соединю соединительной ниточкой, петелькой. Так. Вот так. Теперь можем сделать, ну как сказать, гребешочки. По 5 столбиков в одну петлю, по 3, наверное, получится. У меня объемные нитки, там можно и по 5 сделать. Так, 3. И в произвольном порядке тут она, куда ложится гребешок, туда и будет. Так, опять. Вот по 5 столбиков до конца ряда. Кто 6 может делать, кто 3. Так. С бобины цепляется ниточка буклированная. Пошла на бобинке, начиналась красненьким, тут коричневая уже пошла. Отделочку красной ниточкой сделаем, один рядочек по гребешкам пройдемся красной ниточкой. Можно здесь воздушную вот так вот делать, чтобы тут можно так воздушную и гребешочек делать.
не снесла свою конструкцию. Так, три. Войдет. Совсем черт. Кто захочет, вот второй валанчик сделает это вот так вот. Видите, как? Чтобы пышнее получилось. Можно рачьим шагом обвязать пикушки, чтобы получились. Я просто, потому что сильно уж большая она у меня из-за толстых ниточек. Самое главное, чтобы не тяжело в голове было. Самая простая резиночка. Цвета, если подберутся, красивые, ярко будет смотреться. Это ручная работа, но вот у меня буклированная ниточка подвела.
не проверила секцию, надо было, чтобы красная была. А у меня и коричневая пошла, и темная пошла. Самое главное, я вам показала, как она делается. А там от вашего вкуса, фантазии все зависит. Вот полчаса и вещь готова. Может даже поменьше по времени. Вы, может, быстрее свяжете, не будете отвлекаться на разговор. Пишу медленно, чтобы понятно, видно вам было. Ну, вот делаю соединительный столбик, вот так. Прячем кончики. Вовнутрь. Так. Отрезаем. Так. Тут я не спрятала. Не получилось. Все прячем.